Ассенизаторская ловушка. В 32-м военном городке машина попала в колодец, и чтобы вытащить ее, пришлось слить содержимое и вызвать на помощь трактор. А там видно, его поднимает. Вот, видите, я вам показал, что он поднимает. После того, как все оттуда он выгрузил свои цистерны, и после этого стал поднимать ее. Чтобы выбраться из плена, ассенизатору пришлось слить всю жидкость тут же. Около 3 тонн содержимого он не довез до канализации буквально несколько метров. Этот участок земли сразу обработали раствором хлорки, чтобы устранить запах и избежать распространения инфекции. А яму, в которой застряла машина, прикрыли деревянным поддоном. По словам представителей управляющей компании, открытый колодец им не принадлежит, а значит, за его содержание отвечает совсем другая организация. Канализационный люк наш, а этот люк, не могу сказать чей. Сегодня вопрос поднимался по нему на планерке. Вроде бы как вопрос звучал, что это военные связи.